Кто такой спектроид? Я провел глубокое серьезное расследование на эту тему. Опираясь на реальные факты, анализ ДНК, разбросанных по всему интернету соплей, подключив свою железную логику и острый ум, с уверенностью 100% могу назвать имя этого существа. Вот он, смотритесь внимательно в его глаза. Это брат известного замерзавца Саб-Зиро, Дуб-Зиро, что в переводе на русский означает «полный ноль». Втираясь в доверие к порядочным блогерам, он преступным путем добывал приватную информацию и мастрячил свои гадкие видеоролики, чтобы поливать говном честных людей, используя большое количество левых аккаунтов. Позор ему, товарищи! Стыд и позор! Как я могу тебе все объяснить? Стрекозоиды бывают трех типов. Червеобразные стрекозоиды, человекообразные стрекозоиды и, наконец, стрекозоиды стрекообразные. Мы столкнулись с типичными представителями стрекозоида человекообразного. Но ты же не знаешь, как с ними бороться. Они непобедимы.